для меня очень важно, чтобы люди жили как можно дольше, потому что в нашей стране живут очень мало, а все в Европе живут намного больше и лучше, и мы должны к этому идти и стремиться. Бессмертие, ну, может быть, в этом что-то есть потрясающее, но сколько я себя помню, столько это остается в районе Фауста. Понимаете, и всяких этих самых вампиров, которые живут бессмертно, Дункан Маклауд этот и так далее, это все, к сожалению, это пока сказки, это все очень непросто. Но заменить мой больной орган на здоровье я был бы счастлив. Найти возможность, главные болячки две, которые косят людей налево и направо, это рак и сердечно-сосудистые заболевания. Главнее всего, наверное, это, если мы найдем какие-то способы бороться с давлением, бороться с раковыми клетками, которые живут. Ведь врачи мрачно говорят, что все заболеют раком, но некоторые до этого не доживают. Большая часть.